Ждали игру слов? Получите. Напомню вам простые правила. Надо начинать фразу с той буквы, на которую закончилась предыдущая фраза оппонента. Поехали. Давай на общагу, одну только, пожалуйста. Не тупи, но на правую общагу. У которой самая чистая крыша. Она. А ты видел, сколько там людей? Ебануться. Я кручусь, верчусь. Я падаю. И я умираю. Тупо по-резкому, по олдскулу, в шелтер залетим? Можно попробовать. 3-2-1. Если ты подойдешь ко мне, у нас будет потенциально больше шансов выиграть этих свиней. Йогурт. Такое уже было. Ого, у тебя память. Тренирую. Юрий Гальцев. Хороший комик. Красивый он хоть. Такой себе. Оседлаем вот эти огромные дома. А почему бы и нет, конечно. Ой, как там много вкусного лута. Отрыжка. Африканский сорт свиньи. И чем она отличается от обычной? Йогурт хавает. Так вот они какие. Если бы только это. Они, думаешь, чем-то еще отличаются? Оранжевым цветом? Может быть. Такую бы я не хотел встретить. А у тебя есть пулемет? Ты удивишься, но я скажу да. У меня тоже. SLR. Родители знают, что ты этим занимаешься? Я думаю, догадываются. Я тут мини скинул. Лежит где? Если проходишь прямо, потом поворачиваешь направо и заходишь внутрь дома, она будет на каком-то там этаже. Еще раз повтори. Идешь наверх, останавливаешься, поворачиваешь налево, назад и смотришь. Шлюха, здесь ее нет. Ты смотри внимательно. Йогурт я нашел, а мини нет. Тварь, а где патроны? Их не было. Голая мини лежал. А если поискать? То ты найдешь их у меня в карманах. А приходовал мой Скорелл? Лучше, чем ничего. Обманываешь, там лежал пулемет. Такое говно я не ем. Миллионов 10 сожрешь. За десятку схавает. Интересно одно мне, блядь, где твой шлем? Мозги не нужны. Ибрагим, ты лучше скажи, тебе нужен 6x? Сука, гони. И можно было вежливее. Облутаем эти симпатичные домишки. Никто нас остановит, конечно. О, как много лута. Ты не пиздишь. Шелучается. А вот это мой дом. Мухтар осмотрел первый сезон. Нет, а что там? Мухтар. Пес. Сын собаки. И второй, и собаки тоже. А теперь мы пойдем фигачиться с кем-нибудь. Тупо гомосексуальные связи. И строго в задницу. Ух, повеселим. Я за. Отлично. Есть, я нашел мотоцикл. О-о-о-о. Левитирующие камни.
и вправду. Юрий Гальцев прямо по курсу, ненавижу его. Давай его убьем. Мочим, суку. Ублюдок, мать твою. Юрия, сейчас так запиздим до смерти. Рашим его. Отпиздили, суку. У него анус теперь очень большой. Если бы только он. Привет, народ. Ролик получился небольшой, но я захотел обособить игру слов в отдельный выпуск. Также я хочу сказать вам, что скоро на канале появится реклама. Как выяснилось, в 24 года надо бы уже начинать зарабатывать хоть какие-то деньги. Знаю, что многие ее недолюбливают, но это единственный способ, который позволяет выжить на YouTube. Также это хороший мотиватор делать ролики стабильно и без задержек. Собственно, все. Всем peace.